А давайте вспомним, как же мы их выращивали? Что мы сначала делали? Воспитанники детского сада «Росинка» знают не только название этих растений. Они сами вырастили их из семян, продолжают за ними ухаживать и сегодня. Для них это не составляет большого труда. Здесь все происходит в игровой форме. Именно так малыши каждый день узнают что-то новое о мире флоры. В свои 4-5 лет дети уже знают, как вырастить цветы и даже плодово-овощные культуры, подготовить рассаду к высадке в открытый грунт. Мы поливаем и ухаживаем за цветами и растениями, чтобы в нашем городе было много-много воздуха. Нам цветочки нужны, чтобы радовать глаз. А сложно за ними ухаживать? Нет. Нужно их рыхлить и поливать. Апельсин. Именно такое название дано новому проекту «Росинки». В его рамках дети не только учатся ухаживать за растениями, но и развиваются творчески. Педагоги задействуют ребят в театрализованных постановках. Разучивая свои роли, дети открывают много нового. Смотрите, какое солнышко! Ой, солнышко! Меня еще так никто не называл. Звали апельсином, звали фруктом, звали цитрусом. Но солнышко? Никогда! Ты мне так понравилась, чудесная девочка Росинка! Дети многое знают о растительном мире, с каждым днем их кругозор расширяется еще больше. Но это только база, которая создавалась для полноценной реализации проекта «Апельсин». Его основная суть заключалась в создании экопарка на территории дошкольного учреждения. Начало давно положено. Деревьев у нас более 500, но также на территории детского сада посажено около 2000 цветов. У нас есть и лекарственные растения, цветы простые, но также у нас посажены овощные культуры. Но на этом представители «Росинки» останавливаться не планируют. Березовую аллею недавно дополнила гряда с елями. Помимо прочего, здесь уже успели прижиться сосны и кедр. Но главная гордость и воспитанников, и педагогов учреждения – молодой куст сирени. А эти клумбы предназначены для лекарственных трав. Прошлым летом они уже радовали малышей разнообразием ароматов. В результате дети знают о полезных свойствах тысячелистника, иван-чая, крапивы, чистотела, мяты, душицы и не только. Я ему сделаю место, чтобы не мешали кустики. А пока ребята с энтузиазмом высаживают на грядках бархатцы, посвящают во все тонкости работы и нашу съемочную группу. Сначала мы сделали грядку, а потом мы раскопали ямки, и потом мы их посадили, семена, удобритель положили, потом посадили, потом... полили. Скоро эти дети узнают, как выращивается клубника. В прошлом году за ней помогали ухаживать воспитателям ребята из других групп. И пусть небольшой, но все же урожай смогли оценить все воспитанники «Росинки». Теперь коллектив учреждения мечтает о расширении своего мини-парка. В планах посадка новых овощных культур. Однако для их полноценного роста необходима теплица. Ее получится приобрести, если в этом году детскому саду «Росинка» удастся выиграть в традиционном лукойловском конкурсе социальных и культурных проектов Югры, Ямала и Тюменской области. Заявку на участие от учреждения уже подали.